Итак, Итак, подготовка к казни этого придурка. Итак, у меня есть салфетки, бумажки, горючее, сигареты. А вот это нормально, там есть еще сигареты. Молоток. Бля, молоток, кстати, вот он такой. Зиплок. Это нормально. Сейчас, бля. И всем этим мы будем казнить ебаного ишака? Да, вот бумажка. А, это тебе, кстати, послание. Да? Да. И вот это тоже, и вот это тоже тебе. А это что, тоже для тебя? Это тебе. Не-не-не. Так, у нас есть вещи. Одна неработающая зажигалка, одна работающая зажигалка. Ого, вот это высокий. Отвертка. Бля. И ключи. Я убью его! Ну мы же не здесь костер разводить будем, погоди. Не костер, ясно. Умри, сука! Умри, блядь! Заклинаю тебя! Вот сообщник! Блядь! Ай, сука, пластик жжется! Блядь, кроссовки жмутся! Да, его заебенно поплавило, а если его еще молотку расхуячить? Слушай, снимай меня, как я его молотку хуячу. Ой, прилипло. Ну, от него осталась одна сторона. Вернее, две стороны. Голова. Мы же мусор уберем, да? Мы нормальные люди? Я думаю, нет. Ну, ты и убирай, мне похуй. Молотка не было.